fucking jump. Пошло. Чё, все? ПСР, ЖГ, ШАВ. Точка такая, дебильная. Кстати, если сесть вот на эту крышу, напротив, наверное, тоже. У нас серый, давай снайперку возьми. Один музу пацан. Я не знаю, как у меня не свичный, ему дамага не хватило. Мне в спину едет пацан. Блин, меня стреляет. О, тут. А. Вон, стреляй с пистолета, да. Все, только меня жизнь мало. Сейчас его. Угу. Один. Да, хорош, хорош, хорош. Сейчас, так, я ему, типа, я не вижу. Ага, ну да. Типа, я не вижу. Почаще, да, кидай вот эту штуку. Сколько вообще нанесел? О, что тут мало, блин. Вообще мало. Так, здесь никого. Серый, давай по-быстренькому эту штуку. Да блин, я пока разбирался с звездочным. Он прямо у меня на респе постоянно будет. Серый. Я вижу здесь. Илья, вон. Я же сам его пометил. В дверях один, в дверях. Стреляет по мне со снапы. Вышел. Их двое. Уходи. Уходи, уходи, уходи. Если выйдут, я помогу. И плюшку еще туда. Сейчас я посмотрю, вдруг меня сзади обойдут. Офигеть. Серый, зачем ты на них пошел? Гранату выдерживает, я не понимаю. Сейчас, так. Это последний? Я держу, вышел. Но он не вышел, блин. Вот вышел. Один в дверях один меня закоцал. Да, но он меня закоцал, я ушел, Илья. А где этот Эловин? Здесь, Эдолин. Вот тут, в дверях. Да, дверях, да. Он в дверях? Да, двое в дверях. Давайте, держим. Граната, осторожно. Он меня все время держит. Он там, там, там. Не надо, Илья, не надо. Сделаешь еще. Второй еще. Давай, если он выйдет, я его закручу. Не лезьте на них, пусть сами лезут. Им надо, они... Там, этот, приедет. Они, здесь, наверху. А, приехал. Ой, хорошо, вообще выручил. Один может, наверное, выйти через низ и пойти через шоссе. Серый все-таки любитель гаражит. Да, Илья, пули в моем направлении. Чего? Ракетку. Блин, тагнул. Где? Это самое, СВ под мостом. Справа, справа, возле меня, которая дверь. Илья, кинь ракетку так, в мою блин, сторону. Патроны кончились. Патроны на ракете. С моей стороны сейчас выйдет, смотрите. Я могу прям в тебя ракету бросить. Если сейчас выйдет с моей двери, Вверх. Помогите. Сзади тебя сейчас давить будет, алло. Блин. Пораньше говорите немного. То, что я не могу смотреть во всех направлениях. Да что это такое? Короче, я убил одну. Тут шава сзади. Я не... Как ты шава накоцал вообще? Вот, хотя нет, птичь. Он меня убил, я даже не видел. 85 он ушел. Я в него 5 пуль попал. Там на точке видим 85. Ну, на моей машине прям дуракам точку.
Ну а что мне оставалось сделать? Я хотя бы точку хотел задефать. Серега. Что, Серега? Не вижу отсюда точку. Пипец. Вот это бред. Ну попал в какую-то сраную текстурку. Первый раз в него попал, второй раз по той же траектории не попал. Блин, вот там опять секунда, оставайся, мы всраем. Ну нормально, ладно, еще. Да меня весит вот это. Вот это как в контре. Играю до 30-го раунда и в конце проигрываю все равно. А смысл играть? Нам респа нужна на мастере по-любому. Ладно, время еще есть. Ладно, так. Так, с чем они? Шар! Так, Трёх, блин, здесь. Да там же, под парковкой под этим, где они точку перекрещу сделать. У нас 3 минуты, ладно. Я пока могу резать на точку. На W, двое. Один по правой стороне, другой по левой. Вон он, я попал по нему, сори, добей. Который тагнул. Просто попади в меня. Не могу прицелиться, мне перила мешают. И по левому попал. Че, не долетел? Все. Да все, прекрати. Не долетело. И патрон нету на линии. Очень горю желанием найти и пополнить. Ну и что это? Не морочь, опять там же на мосту, на Е. Это, Эвелин, шам. Вот он 85. Серьезно? Да. На противоположный. Блин. Угу. Блин, сзади. Да, я вижу снайпер, он. Ну, 5.85. Мне чуть-чуть не хватает. Потому что когда я рандом, и он рандом, у него тут пульки побыстрее летят. Один на Москву, один на Москву, один на Москву. Ой, снайпер сзади. 85. Снайпер сзади. Точку еще не сделали? 1488. Все, меня убили, сейчас будут точку делать. Угу. Пометил. Илья, спаси точку. Просто за, как бы, там, 3 секунды. Закидай гранат. Илья. Я... Сейчас он один остался на точке. Давай, я сейчас... Я его сзади обхожу. Блин, сзади шаф еще. Сделайте вы точку. Я не могу сделать их двое. Ну я закоцал снайпера на 85. Я сдох. Молодец. Теперь мы сейчас будем долго бегать. Потому что мы на последних секундах постоянно отдаем. Потому что мы расслабляемся к концу месяца. И мы ничего не делаем. Просто походим и сливаемся. Наверное. Это вот, ну все время. Когда остается 10 секунд, мы всираем точку.
Чисто все время. Не было еще такого момента, чтобы мы не всрали ее в конце. Да нет, ты че? Блять, да ну вас. Шаву убил. Так, все, шаг минус двое. Все, я. Где еще один? Я делаю, конечно, буду сейчас делать, но где он, не знаю. Все, вон он, снайпер. Где? Ну, он помечен на карте внизу. Да, нет. За этой хренью. Да, да, Илья, иди заражьте его. Блять, убил меня. Ну, делайте точку. Нам шаф на мосту. Я делаю. На мосту сейчас прыгнет с моста. Все, 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 че вы.